А я приглашаю на сцену виновников торжества, ребят из студии «Филиппок». Это 30-й юбилейный выпуск. Друзья, они очень волнуются, да, но поддержите их вашими аплодисментами. Вот они юбилейные, мои детки. Это «Филиппок», 30-й юбилейный выпуск. Мы были все смешными малышами, когда вошли впервые в этот класс. И получив тетрадь с карандашами, за парту сели в самый первый раз. Вы повели нас по дороге знаний, отдав нам много силы и труда. А сколько приложили вы стараний, чтобы мы учились хорошо всегда. Спасибо, говорим мы от души. Мы плавно были непростые малыши, и посмеяться, и пошуметь любили, а иногда друг друга били. А кто-то любил опоздать на урок. Кому-то не шли. Друзья, одни из первых выступлений, можно сказать, на такую широкую аудиторию. Конечно, кто-то любил воображать, кто-то клоуны изображать. Кто на уроке дрался, кто смеялся, кто доски отвечать боялся. Ну а вы... Наша первая учительница были как мама, как укротительница. Как же здорово все получилось. Я всему-всему научилась. И читать, и писать, и лепить, и рисовать. Мне так нравится учиться. Филиппок, лечу я словно птица. Мне Наталья Игоревна нравится, потому что она такая красавица. Я учителей никогда не забуду, я всегда их помнить буду. Инна Борисовна, имейте в виду, дочку и сына к вам приведу. Спасибо вам, что вы нас так любили, хотя строго были к нам подчас. Зато мыслить научили за все, что сделали для нас. Ваши бурные аплодисменты этим замечательным, чудесным, потрясающим выпускникам.